23 июля в 16:00 по московскому времени вышло всеми долгожданное обновление 1.16 для Minecraft, и появились первые русские сервера на этой версии. Разумеется, выпустили только ванильное ядро, ни о каком бакете речи не могло идти. Если сделать сервер пиратским, тогда любой человек сможет зайти на аккаунт любого игрока, так что нужно делать лицензию. В этом ролике я в своем стиле, как игрок 2B2T, буду крашить и гриферить данные сервера. Начнем! Сегодня хотел бы порекомендовать вам сервер для игры Soul Anarchy. Это еще один анархичный сервер по типу 2B2T для русскоязычной аудитории. Граница мира 2 миллиона на 2 миллиона блоков. Серверу уже целых 3 месяца, за время существования которого уже зарегистрировалось более 5000 уникальных игроков, а вес карты на данный момент составляет более 300 гигабайт. Также по своему опыту игры скажу, что это единственный русскоязычный сервер с игроками, которые хорошо владеют техникой PvP на кристаллах. IP оставлю в описании, переходите. Нашим первым пациентом стал ванильный сервер под названием Irnenta. Однако он не совсем ванильный. Если вспомнить его на прошлых версиях, там были приваты, сетхомы и правила. За это я и решил его наказать в первую очередь. Дюпов на 1.16 у нас не было, и хостинг у них был мощный, поэтому способов краш на сервер мы тоже не видели. Однако тут присутствовала регистрация, и сервер был пиратским. И так как античита на новоиспеченную версию не было, а читов уже вышло штуки 3, то я скачал самый подходящий, а именно Sigma. Собственно, я разобрался, скачал Sigma, да, Sigma Client. Это чит больше на Bedwars и все такое, но это из всего выбранного. На данный момент есть только Aristois, Wurst и как раз Sigma. Sigma это лучший вариант. И я никогда не видел таких менюшек, таких настроек, то есть я впервые такие читы вижу красивые. Окей, Fast Break, Fast Place, то есть мы сейчас понастраиваем тут. Окей, точка Bind, Faglag на Caps Lock. А, на Caps Lock нельзя? Окей, тогда на U. О, они же даже понятия не имеют, что я сейчас с читами играю. Я сейчас просто буду челиков искать и гриферить. Так, убит. Убил чела. Слышишь, тут кулдаун. Вот, кулдаун надо включить для 1.9. И все. Я иду искать челиков и убивать их. А, точно, я же летать могу, лол. Ой, и NoFall работает, это Sigma. Sigma, найс. На самом деле мы вот вчера играли без читов, так непривычно. Вот прям совсем. Ну я сейчас ищу порталы чужие и базы. Вон у меня пиглины заагрены. Понимаю. Да потом я пидам. Портал, я нашел портал. На самом деле, мне кажется, что еще типа плагинов даже с античитом не сделали на 1.16. Я поэтому и говорю, давай погриферим, чел. Парни, Aristos, короче, тоже вышел на 1.16, видимо. Это мы знаем. Я вот с Aristos'ом играю, ну, играл раньше, поэтому с ним мне сейчас удобнее. Посмотрим, что за Sigma, блядь, они... Нахуй ты спалил, с чем мы играем? Господа! Я, короче, с первого трезубера, вот этого чувака с трезубцами, я с первого же выбил трезуб. Чую этот верстак, я буду очень долго рубить. Я хочу пиццы. Это ты спамишь? Это ты так пиццы хочешь, получается? Там за спам ты меня кикнула. Капец, ты пиццы хочешь. Сейчас будет. Меня тэпнуло, алло. Кто? Меня тэпнуло вообще в другое место. Так ты, может, ты залогинился. Ты залогинился, чел. Когда ты залогинился, это тебя тэпает. Вроде бы. Сейчас, чел, короче, я копался в шахте, меня кикнуло, я залогинился, теперь я вообще в другом месте. Там чел, короче, сейчас из ваниша просто выйдет. Все. Я за кладом лечу, короче. Тут клад. Смотри, что мне пишет. Так. Ой, фриты. Ой, я чела вижу. И второго вижу. Сейчас. Фига. Тут настолько... Прикиньте, тут настолько похожая кирка. Вот... И портал нашел.
Каменная кирка тут настолько... Чел, у них назаритовый шмот. Ёб твою мать. У тех челов назаритовый шмот. Я ем чареное яблоко, иду их убивать. Чё ты сейчас вызрал незаритовый шмот? Нет, да, у челов я вижу его. Чё такое незаритовый шмот? Это круче алмазки. У меня нет тобой. Здесь что-то добавили прикольное. У меня нет крутой брони на самом деле. Но у меня есть золотые ботинки на Protection 4. И три зуб. У меня нету еды, я убегаю от толпы зомби. Я же могу этих убить точно. Тут же вообще килауры есть. А комбат килаура. Убогая килаура, не советую. Ага, она не работает, понимаю. Так, New Chunks. Понимаю. Мне бы топор срочно сделать. А, крипер, ГГ. Я сдох. Ну, корды... Я сейчас тоже сдохну. 531, 166, норм. Я добегу до туда. Мне не сложно. Хватит, пожалуйста, спамить уже, я надоели. Да. Да, вот автотулс. Должен застраивать пути. Пид. Свали, тупой зомби. А тут... А критикалс тут... Не буду использовать. Да, они тут работают. Подрываем, пид. Ну ладно. Если не работает, то тем более не буду использовать. Нет, они скорее всего робят. А, робят? Да. Так, быть. Ну гнилую плоть же тоже можно есть. А с сноуфолом это вообще топ. Какого черта? Убил! 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 Пил. Чувак в назаритовой броне. А что за броня? Она... Это она круче бра... алмазки, я повторяю. Она бесчестнее, типа. Я скилкой и динамитом его. О, кончиглоты, чекайте чат. Это за то, что я типа убил того его друга. Мне кажется, это уж спамите, нет? А где тот придурок ливнул? Где его? А на каких кордах портал в ад? Да, кстати, где портал в ад твой, Рокс? Я его убил. Смотрите, как у него сейчас очко сгорит. Ливнул, чекайте, ливнул, у него вообще очко сгорело. Ребят, алло. Я дам потом вам реально назри, это круче. Меня забанили. Забанили. А, так ты ж с лицухи был? Да. Ну, это пиратка. Ну, кому-то вещи вернут. Меня забанили. Да? Вот за то, что спамите, камон. Капец, я вышла, слава богу. Короче, зачитываю. Нашел сервак, вот, называется один из немногих серверов, который сохранил концепцию мобильного Майнкрафта. Нету плагинов, влияющих на игровой процесс. На сервере есть один администратор, который занимается лишь технической стороной сервера. Творите историю сервера вместе. Скобочка, зачиты бан. А, не поехали. А, короче, ты убил Кура 99998, да? Да. И его дружка Максим. Я профукал броню, незритую броню из-за какого-то читера. Читер обосрал мать. Это я. Это я. Нормально. Давайте еще один. Пошли на другой. Я нашел новый сервак, даю эпичник. Тут паролей нет. Тут просто можно зайти и все. Даю эпичник, господа. Лагов нет. Давай. Понял. Это Экстейзи, но я тоже ванилка такая. Подключиться, подключение. Яйцо дракона на спавне стоит, это нормально, нет?
Давайте сломаем. Да, за сейчас заберем. Как там у этого самого? Ищите факел быстрее, парни. Кто зашел? Кто зашел? Уже несколько лет. А, нет, лаги есть небольшие. Парни, так, факел. Тут прям под нами есть этот. Я вижу. Там, короче. Что там хотел сделать этот самый? Тут регаться не надо. Тут ли. А у вас вы с лицухи зашли? Пусть и пенетратор. У тебя есть лицуха, да. Не? Ты с лицухи зашла? Я нет. А, это так тут можно под аккаунт админа хоть зайти. Нам главное ник узнать. Но мы не знаем. Сейчас бы делать лицуху, но такой ник не знаю. Сейчас мне срочно. Есть верстак? Да. Давайте дракон снимаем. Срочно, парни. Алло, хаза тут. А, да. Молодец, хаза. Ну или... Ауф, 228 не трогаю. Кисель, можешь кирку дать, я уголь прокопаю, все. Тут можно летать, оказывается. Да ладно. Еще одного слил. Скиньте блоков. Еда халявная. Все, не бейтесь. Я полетел, короче, 3 зуба выбивать. Я его вообще не бил. Ничего не делал, алло. Ох, там тоже игроки. Я... О, кровать! Тут алмазы! Тут алмазные руды до хрена! Ой, это я слишком высоко прыгнул. Я нашел сундук с ресами. Я новенький. Да, версия это недавно. Там еще челики в шахте, я сейчас к ним пойду прямо. Кого? Кого, чего? Ты что, шизик? Есть! Я слил чувака, который там ресы с X-Ray'ем добывал. Или не с X-Ray'ем. Все, 30 алмазов у меня есть. Эндермен. Я себе фулл алмазку делаю, алло. Нормально. Клёво. О, еще кроватик. Сколько тут кроватики? Пин, зачем тебе столько кроватики? А, иди сюда просто. Стой, иди в этот дом, Я, по-моему, не собрала кровать. Ну ладно, посмотри, там, короче, 3 этих на одной кровати. А вы куда ушли, кста? О, еба тут новичков на спавне. Давай убивать. В чем, в смысле, обосновать? Чтобы канул не потерял? А, потому что он начал меня убивать просто так. Ты мне начал убивать так-то. Не спавни, не спавни. Не, почему? В бан кинут. Вот так, знаешь? А я Макс. Я, знаете, что я сейчас делаю? Хотите орать, да? Давай. Вы сейчас будете орать. Так, вы реально орать будете. Ауфис сказал, а смеющаяся рожица с открытыми закрытыми глазами, улыбающаяся рожица в темных очках, рожица, наслаждающаяся вкуснятиной, изможденная рожица, смеющаяся рожица с открытым ртом и закрытыми глазами, улыбающаяся рожица в темных очках, рожица. Держите, есть пароли. Пароли есть? Нет, просто без паролей, без ничего. Короче, сейчас, если увидим кого-то в Гэм 3, заходим вот с его аккаунта. Вот такие сервера мне больше всего нравятся. Без паролей, без всего. Да, плюс. Я вообще видим кого-то админа. А, просто аккаунта. Иногда бесит вводить пароль каждый раз. Поэтому... А... Долго, подожди, зайдёшь. Я дракую вот этот. Рокс. Это меня откидывает. Амёбы, вы кто? Гниды, блядь. Кисель! Рокис, это я, окей. Я просто или бан по IP. А, типа это... Я понял. Типа тут приват. Ой, тут сундук. Так, тебя вот это, на этого бакуй, на Джаякоп. Вот этот, видишь, джабоёб этого. Заходи с его аккаунта. Давай на жабоёба я зайду. Там лодка. Я захожу на аккаунт вот этого джабоёб, окей? Попробуй, да. Да не надо, он узнает и сразу нас забанит. А мы опки себе быстро. Давайте лучше играем пока что. Это один на аккаунт этого Роакзи. Давайте пока что это будем развиваться, а потом доминировать над людьми, которые новые на сервере. Так, все, я захожу над этим идиотом. Короче, а чел пишет, ема терпила. Че ты меня бьешь? Он типа про тебя написал, что ты вышел и типа терпила.
ты чё, гел? Ой, я зашёл на его аккаунт. Я на их аккаунтах! Корды, корды, скрин, быстро. Просто вещи там есть вообще? Да-да-да. Ну, вещи пытайся уничтожить или куда-нибудь. Так-так-так, я пытаюсь, я пытаюсь. Или, у меня очень долгий коннектинг. Корды 547-436. Стой, стой, остановись, остановись, кисель, кисель, кисель. Ребят, кисель. Корды, корды, корды в аду, это ад, это ад. Это ад, остановись. Кисель, ты играешь с Сигмой? Да. У меня очень долго нажми, заходит. Нажми на меня центральной кнопкой мыши, вот этой вот колесиком. Именно нажми. Нажми на меня колесиком. Отключи килауру. А кто там тикет? Кто там в консоли? Я только что опку. Сейчас, сейчас. Подожди, ты иди. А, ты можешь кикать? А, меня забанили. За что? Просто, you're banned from the server. Просто... Я забанил. Я себе опку дал. Только что. Нашел? Да, я успел опку себе дать. Ты можешь анбанить? Теперь можешь включить это... Какой у него ник? Включи килауру. Сейчас, можешь меня разбанить? Ща. Я скину в этот рекручат свой ник. Вот этого разбанить. Не, этот сервер мне нравится. Да, мне тоже опку, кстати говоря. Кста, рил. Да, дай просто всем опкать. Да, да, да. Я, кажется, с другого аккаунта лучше зайду, можешь... Кисель, 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 включи килауру. Ща, 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 ща. Какой у тебя ник? Какой у тебя ник? Не Вакс? Я ещё... Не, не, меня бьёт. Такого забанили, но ничего. Я с другого просто зайду. Подожди. Я тебе опку дал. Теперь бьёт. Всё, я их забанил за то, что бычили. Давай, IP-конфиг пишу и даю тебе IP. Как можно крашнуть сервер? Юбанат. Тебя забанили? Да. Это ж вообще имба. Вас всех забанили? Меня не забанили просто. Да, меня забанили. Бань Митекона. Я сейчас на его аккаунта захожу. А, так это не лицуха? Точно. Стой, это не лицуха? Нет. Не. До свидания. Нет, это не его аккаунт, это не опка, чел. Да? Это да. Не опка. Ну у него вроде как есть... Это не опка, кто из них опка? Кто из них опка? А как его зовут вообще? Попробуй команду типа ban all или что-то типа того. Не, не работает. Как его зовут? Как его зовут? Короче, ты можешь всех забанить и разбанить только нас, типа. Так они через консоль теперь банят нас. А, ок. Он по IP банит, подожди. Включаем. Он по IP, скорее всего. Включаем VPN, пацаны. Джи-джи. Нет, он не по IP банит. А за то, что они бычат, нужно им положить сервер, потому что зачем они бычат? Дебилы. Согласен. И тут, ладно, кстати, мы не можем никуда уплыть. Мы не можем никуда уплыть. Типа... Я сейчас с опкой, пацаны. Давай. Да отменись, ты тут. И забань всех. Я стопаю сервер, хуй. Всё, есть. Зачем? Я стопнул. Я зашел с аккаунта админа, он себя разбанил, он идиот. Я только что, разбанил себе, дал себе опку. Ну, я просто в мониторинге вижу ноунейм сервера с онлайном. Все. Без лицензии. Зашел. Давайте мы зашел. Зашел. Сработало. Офигеть. Кто тут с админкой? Кто тут с админкой этот? Ай-яй-яй, Дэс? Стойте, давайте не будем сразу его уничтожать. Да, посмотрите, как тут все красиво сделано, мне тут, жалко тут его, давайте не надо. Тут есть красивые постройки. Посмотрим, как тут люди общаются. Вот ник админа, чувак, который летает. А, это Эль. Смотрите, как тут красиво все. Вау, реально, прикольно. Я зашел. Я переписал ник. Он типа добрый, он здоровается, тут не игнорит. Привет. Таблички читайте. Таблички читайте. Давайте реально прочитаем сейчас. Ладно, давайте, я не против. А я прочитал. О, давай это я зашел с аккаунта того. Так. Проводится. Первое место ГМ, второе место Fly плюс год. Нормально. А у нас так есть Fly. Открой. Так мы им можем сейчас их ломануть. Так мне не надо сейчас. Смотри, тут люди нормально общаются. У нас и так Fly есть, смотри. Да я просто за то Оля. Так, чувак, мне дали креатив. Плюс креатив. У тебя креатив есть? Мне дали креатив! Да, всем дали, по идее. Офигеть. Стоп, это что, сервер на креативе? Я сейчас все взорву, пацаны. Парни! Это сервер на креативе? Да не надо взрывать, я ж говорю. Парни, тут ломать можно.
Реально? Вот, а, идите ко мне на ник Нивакс. Это ломать можно. Да не ломайте, блин, жалко же. Ребят, не ломайте, это крутой сервер. Ну, типа, крутые постройки, красивые. Правда, ну, все-таки будет прикольно крашнуть. Ну, типа... А он не крашит, он просто всем выдал все ачивки. У меня я букбан сейчас буду давать, я сейчас... А чё, если я букбан сейчас всем сделаю, а? Давай, делай. Я сейчас крашну сервер другим методом. Надо, жалко же сервер, не ведите себя к стриме, пожалуйста. Тупые звуки ачивок, баню нафиг. Без админки крашну. У вас 45 минут, я сейчас без админки его не крашу. Не крашьте, дайте я построю. Короче, на все постройки у вас 45 минут. Я букбан делаю, ждите. Да, и Офикс победит сразу, и Шеймус начнет его гнобить. На самом деле... О, чекайте серверы крашу, чекайте лаги, видите? Да зачем? Зачем? Без, это только ГМ, это только ГМ. Ладно. Блин, его пиндить надо. Действуем радикально, действуем радикально. Стой, а у тебя админ? У тебя аккаунт админа? Или как? Опа, все, пизда серверу. Упало у вас? Да. Тебя забанили? Нет, я просто сервер крашнул снова. Просто, это, короче, смотрите. Берете книгу с букбаном шелкера, да? Заполняете ими сундук и просто открываете его. Тут я еще на сервере. Я зашел на сервер, он работает снова. Да. Снова крашну без проблем. Не надо. Стой, а ты где, Рокис, ты где? Все. Я хочу построить какое-то говно. Ну как вам? Снова краш. У тебя я только половина кикает, поэтому... Я на сервере. Как только я захожу на сервер, всех кикает. Да, меня это нет. Так работает. Ебой. Вот я иду к Кисейлю.